Товарищ полковник, вот вы человек военный, и военную историю знаете хорошо, по вам это положено. Вот вспомните, сначала Югославия проиграла войну информационную. Ее представили чудовищем. И только потом там тамагавки начали залетать в окна. Саддама Хусейна сначала представили чудовищем, и только потом повесили. Если мы все выигрываем, точнее проигрываем информационную войну, следом прилетит тамагавк. Хорошая машина, на хороших условиях, если ей не мешать, она так и долетит. А если мы информационную войну выиграем у них, сможем выиграть? Вот мы сейчас вначале отошли от этой темы, теперь опять к ней вернулись. Возможно ли личное спасение без всего мира? Возможно. Человек может спасти сам, это мы понимаем. В любой среде, в любой обстановке человек может спасти свою душу. А может ли спасти себя нация, избравшая путь, скажем, путь божественного промысла, так мы очень аккуратно скажем. Ни вы не богослов, ни я не богослов. Да, да, да. Поэтому, ну, богословов еще. Да, вот. Так вот, если мы решили, что мы, русский народ, хотим жить по Божьей правде на земле, можем ли мы спастись, не имея собственного государства? Нет. И я думаю, вы задали один из только из составляющих компонентов русского образа жизни, информационная победа или информационная война. А можно ли в современном мире, в современном обществе, в человеческом обществе победить, не имея в руках телевидения? Да хоть трижды народ будет понимать, что его оболванивают, он будет это понимать, ну, в течение какого-то времени, но уже постепенно этот яд сатанизма, яд беззакония будет проникать в людей. Поэтому я думаю все-таки, что информационная победа вне решения вопроса о государственной власти решима быть не может. Только взятие, возвращение власти в руки русского народа, русской нации, правильнее говорить, может помочь нам решить проблему информационной победы. Решить проблему информационной победы. Без взятия государственной власти, без возвращения ее к исходным ценностям православия, это невозможно. А какое православие сейчас на каналах? Это сатанизм сплошной.